Грядет пора простудных заболеваний. Особо острой стала проблема укрепления иммунитета. Сегодня мы расскажем вам о том, как еще можно укреплять здоровье. Это программа «Актуальный разговор» в студии Тимур Рага. Здравствуйте! Гостями в студии стали сегодня очень интересные люди. Нина Николаевна Лаврентьева и Валентин Дмитриевич Кутьин. Это пенсионеры, а также члены клуба любителей бега «Мотор». Здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо большое, что приняли приглашение поучаствовать в нашей программе. Сегодня мы будем рассказывать нашим зрителям о теме программы «Если хочешь быть здоров». И хотели бы мы сегодня поговорить с вами о этой теме. Для начала хотелось бы поинтересоваться о вашем клубе любителей «Мотор». Что это за клуб и что он себя представляет? Валентин, скажи. Клуб любителей бега «Мотор» – это общественная организация. Раньше мы были при клубе, спортивном клубе «Мотор». Потом нас оттуда выжили, мы организовались сами. Мы занимаемся, тренируемся сами, отдельно каждый. А собираемся мы только, когда по соревнованиям. На соревнования только. А у нас на целый год составляем план, когда, какие пробеги, какой дате. И у нас, начиная с января месяца, вот в зимний период у нас ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, у нас каждый месяц какой-нибудь пробег. Замечательно. Который проходит в парке Крылья Советов. Крылья Советов, в парке. В городе. То есть тренировочная парке, база вашего клуба именно да, в парке Крылья Советов. Ясно. Ну, я изучал немного историю вашего клуба, она насчитывает более 20 лет. И также есть такая информация, что этот клуб входит в число 5 ведущих клубов любителей бега в России. Участвуете ли вы лично в этих соревнованиях и расскажите немного о ваших личных достижениях? Ну, мы не самые сильнейшие клубы, спортсмены, но мы постоянно участвуем в соревнованиях, в чемпионатах Казани и Татарстана. У нас есть ассоциация ветеранов легкой атлетики Татарстана. Вот она у нас все организует все судейское и прочие обеспечения. И мы у нас есть на открытом воздухе на центральном стадионе пробеги и в манеже центрального стадиона, который у нас бывает. Значит, чемпионат Казани бывает в марте, в феврале. А чемпионат Татарстана в декабре. Вот в середине декабря в этом году будет чемпионат Татарстана. А летом у нас чемпионат Казани в конце мая, начале июня. А чемпионат Татарстана обычно в конце июня, после Сабантуя. И где-то примерно в середине июля. Ну, сейчас хотелось бы поговорить о ваших личных достижениях. Все-таки вы спортсмены в первую очередь. И вот очень интересно, Нина Николаевна, вы сегодня в форме волонтера. Расскажите, почему? Почему вы решили прийти именно так? Потому что я участвовала в универсиаде волонтером в Казанском универсиаде. Потом ездила в Сочи на Олимпиаду и на Паралимпиаду. Зимнюю. Были там 2,5 месяца. Я работала на Фиште, на стадионе Фиште. Была в бригаде подготовки открытия и закрытия. Открытия и закрытия. Видела от самого начала до самого конца всю программу, всю эту подготовку, встречали спортсменов. То есть церемония открытия вы тоже смотрели? Да. Там скажите, прямо... тогда мне просто очень интересно, я смотрел все это по телевизору, вы были участником, смотрели ли вы потом уже в записи и ваши ощущения? Нет, мы сразу там были, прямо сами там участвовали. Были на Фиште, когда шли открытия, закрытия, были на территории Фишта. Хорошо, Нина Николаевна, тогда давайте поговорим о вашей карьере бегуна. Сколько лет уже она насчитывает? Когда вы решили начать бегать? В каком возрасте? В возрасте, наверное, 50 лет начала бегать. 50 лет начала бегать, да. И уже через начала бегать, и уже через год бежала марафон в Москве. Подождите секундочку для наших зрителей. Вы в 50 лет начали бегать, и через год уже бежали в марафон. Уже марафон бежала. Так, был ну, чтобы отпуск... не раскрывать полностью тайну, сколько лет назад это было? В 87-м году я пробежал первый московский марафон. И всего у меня 13 марафонов. 13 марафонов. Вы успели пробежать да, в разных городах. Без спортивной физической подготовки. Без спортивной. Это просто поразительно. Ну, расскажите, как вы решили, просто вы проснулись с утра и решили, я хочу бегать, и к чему?
получилось так, что я занималась в группе здоровья, локомотив на около вокзала, и у нас там сгорел спортзал, и нам преподаватель, которая вела нашу группу, сказала: ради бога, продержитесь до начала следующего года, чтобы вы не потеряли хоть какую-то форму, бегайте. И все, и вышла в парк и начала. Сколько насчитывает километраж, который вы пробежали за это время? 100 метров идешь, 100 метров бежишь, 100 идешь, 100 бежишь. Начинает обычно так. Начало. С 1987 года до 2014 примерно сколько километров вы пробежали? Примерно, хотя можете... Ну, 2000, наверное. Уже 2000 километров вы пробежали. Да, вела дневник, сейчас перестала, потому что... Это каждый год. У меня дневник есть, который ежедневно, где мы записывали... Тренировки ежедневные. Ежедневно 10. Валентин Дмитриевич это ежегодно 2000. Да. Ежегодно 2000. Да, конечно. Ежедневно мы раньше бегали почти каждый день, отдыхали один день в неделю и бежали 10 каждый день, в воскресенье 15. А подготовка к марафону за месяц до марафона у нас там уже идет 15-20, первую неделю в воскресенье бежишь. 25, следующее воскресенье 30, следующее воскресенье бежишь 35 километров до марафона, вот месяц вот такой нагружен у нас план, который мы обязательно должны, чтобы пробежать это. Вы все-таки женщина, мы не будем раскрывать ваш возраст, мы это можем сделать с Валентином Дмитриевичем. Сообщите нам, пожалуйста, вот ваш возраст и общий километраж, который вы смогли намотать к этому моменту. Мне 73 года. Так. Это я уже вам не верю. Бегать я начал в 68 году, 68. В июне. Мне было 26 лет. Угу. Вот она говорит... Я с 85 года бегаю. А я, в общем-то, бегать я начал еще раньше. Практически я начал бегать еще в школе. Но это был спорт, это были тренировки серьезные? Просто любитель? Стал ходить в лыжную секцию в 15 лет. Я в 8 класс пошел. Угу. И в подготовительный период нас тренер, я тогда еще такие километры раньше не бегал, когда там 5, 10, 15 километров по осенним полям. Вот это я родом из города Менделеевск. Потом я во всех школьных соревнованиях участвовал, конечно. Потом, когда пошел в школу, в армию, после окончания, я переехал в Казань. Потом, когда пошел в армию, то я попросил у старшины, вот все солдаты спят, а я до подъема за полчаса. Я встаю, одеваюсь и убегаю. Он мне никакую утреннюю зарядку не оставлял меня. Это была ваша личная инициатива, просто сами захотели бегать? Сам захотел. Зато потом, когда были пробеги, когда все солдаты бежали, проверка там солдатская, с корпуса приезжают, с дивизии, с корпуса. Мне без проблем. Я 3 километра пробегал, один сверху. Ну вот вы мне до эфира говорили, цифру озвучивали. Озвучите, пожалуйста, ее еще раз сейчас. В 81 году Анатолий Коршунов в газете «Советский спорт» стал вести клуб бега. Тогда вот «Бег ради жизни» появилась такая рубрика. И регулярно те, кому бег помог избавиться от каких-то болезней, там они были, давали ему интервью. Потом по стране в СССР был объявлен день бега. Я стал во всех этих пробегах участвовать. И стал вести дневник километража. За это время, вот за время своей карьеры, вот на 2 октября этого года у меня было 145 тысяч километров. И это 3,5 экватора. 145 тысяч километров вы пробежали? Да. Это фантастическая цифра. Не все на автомобиле наматывают за срок службы. А в этом километраж. Году я уже пробежал 4800 километров. За этот год? За этот год. 73 года? 73 года. Я живу на улице Максимова, а бегаю я до озера Глубокого. Так вот, я живу в начале улицы Максимова, дом один у меня. От улицы Максима, через соцгород, по улице Тесовской, по улице Хлебозаводской, там тропинка есть, улица Гагарина, и до озера это составляет 11 километров. Туда 11 и обратно 11.
Так что я когда прибегаю домой, это у меня на моем спидометре 22 километра. Ежедневно. Через день. Поразительный разговор с уникальными людьми мы продолжим после короткой рекламы. Мы продолжаем программу «Актуальный разговор». Тема программы «Если хочешь быть здоров». Сегодня гостями в нашей студии стала Нина Николаевна и Валентин Дмитриевич, члены клуба любителей бега «Мотор». Итак, мы с вами продолжим общение. Mm-hmm. И сейчас хотелось бы послушать о вашем личном рецепте здорового образа жизни. Что это? Здоровое питание, здоровый сон, определенный настрой эмоционального фона. Что это? Во-первых, оптимистичный характер. Оптимизм. Потом, я загибаю пальцы. Регулярные занятия. Спортом. Не пропускать. Именно бегом. Потому что вот минимум 3 тренировки в неделю обязательно должно быть. Иначе пропадает тренированность. Вот я, например, не бегаю, если 3 дня, то потом у меня ноги бегут сами, как у молодого оленя. Ноги сами прям бегут впереди меня. А питаться, конечно, нормальной, здоровой пищей. И я, так как бег, то он многие все эти шлаки и прочее он сжигает все. Это поэтому я какой-то диеты или чего не придерживаюсь, ничего. Я ем все, что хочу. Так, Нина Николаевна, давайте вас послушаем. Я хочу добавить Валентину, что мы кушаем все, что нам хочется. И бега достаточно, чтобы лишнее сгорело. Да, просто я сейчас хотел сказать, что среди молодежи идет повальное увлечение спортом. Все идут в фитнес-клубы, и популярны различные диеты и пищевые добавки. То есть вы утверждаете, что, в принципе, бега достаточно для того, чтобы... Пищевых добавок у нас нет. Нет. Бег – это самое главное... составляющая всех видов спорта. Кто бы ты ни был, шахматист или нет, когда Каспаров с Карповым матч вели, Каспаров тоже бегал. Так. Да и Карпов тоже. Потому что бег потом, примеру, у тебя плохое настроение. Бывает же такое что-то. Я вам не верю, что у вас плохое настроение. Побежал, все успокоилось. Я, например, теперь вот даже сочинять стал стихи. С детства с плаванием дружу, этим очень дорожу, и поэтому, наверное, в бассейн по пятницам хожу. Это ваши личные стихи. Мои стихи. Браво, я думаю, что сейчас мысленно аплодируют все телезрители перед экранами. И потом питание, вот то все. Но я, в общем-то, вот, например, я пью. Я лишнего просто так, вот когда среди дня я захотел попить. Я, например, через каждые 3 часа пью чай. Чай. Да. Я жаворонок, встаю я рано, со мной живет внук, внук-сова, он компьютерный мальчик. Утром я 6:30 я уже на ногах. Я долго спать не могу. Долго спать я не могу, я встаю и в лес бегу. Но я прежде бужу внука, все ему это, что надо, делаю и организую его. Так, я хочу сказать о моторе. Валентин сказал о зимнем режиме нашего клуба, а я хочу сказать о летнем режиме. Так. Вот он говорил о зимнем, то, что у нас раз в месяц бывают пробеги прямо в парке. Бегаем круг 2.5 километра, мы бежим, значит, девочки бегут 5 километров, ребята бегут 15-10 километров. Значит, а летом, в летний период, у нас, значит, 3 раза собирается клуб, вторник, четверг и воскресенье, в 7 часов в парке. Не совсем 7 часов. Ну, вторник, четверг, 6:30. 6:30 в парке. Там есть скамеечка, беседка есть в парке, ее прямо видно с дороги. Угу. И мы там все время собираемся, народ видит нас, когда мы там собираемся. Пожалуйста, можете к нам подсоединяться. Летний сезон пробегов у нас начинается 3 раза в неделю. В апреле месяце со Дня космонавтики. Мы проводим пробег через Дня космонавтики, 12 апреля. У нас там очень... И заканчиваем мы в начале октября, подводя итог всех пробегов за... И у нас потом пробеги по периодам. Весенние, например, рубиновая называется у нас, рубиновая весна. Потом у нас
летом, июль, август, это у нас эстафетные четверги. А почему это эстафетные четверги? Почему? Раньше весь марафон делился на этапы. Раньше проводили эстафетную... Там были команды тогда, были по этапам бегали. Так вот, теперь команд не набирают, потому что клубы были в Казани. Сейчас клубов нет. Практически вот живой клуб у нас, это мотор. Один наш. Чисто. Практически таких клубов теперь нет ни одного. Валентина, это выпусти дальше. И осень у нас еще. Так. Моторная осень. Прекрасно. Я хочу еще добавить. Да, конечно, давайте, Николаевна. Когда кончается у нас летний сезон, это было вот недавно, мы, значит, делаем заключительные итоги, это мы убегаем на озеро, на глубокое, там у нас костер с песнями, с плясками и подведение итогов там, значит, то, что по летним у всего пробегам. Клуба, все пробеги нас объединены, называется гран-при моточайников. Я могу сказать, что вы люди с чувством юмора. У нас есть главный чайник. В него входят 8 пробегов. Восемь пробегов. 5 зимних и 3 эти этапа. Весенний, летний и осенний. Ну, после такой агитации самому захотелось вступить в ваш клуб. Потом все это суммируется, а потом мы награждаем в зависимости от набранных очков. А награждаем чем? Пачкой чая. Так, я хочу добавить, что у нас есть пробег, который сумма пробегов в течение, например, 2 месяцев равняется марафону 42, но он делится на этапы. То есть ты в эти эстафетные четверги ты должен набрать 5 километров, плюс 7 километров, плюс 12 километров. Набежать определенную сумму. Да, всего 42 километра. 42. А потом подводим итоги. Кто у нас там главный чайник? Хорошо. Кто по рейтингу? Я хотел еще поднять такой важный момент. Созданы ли в нашем городе условия для занятий любительским бегом? То есть вы бегаете, у вас есть база, а вообще в целом, как вы думаете, есть ли вообще возможность любому желающему выйти и побежать? Или для этого все-таки нужно как-то... Для занятий бегом, в общем-то, ничего не надо. Спортивная форма, кроссовки. А в зимний период обязательно бегать так, чтобы не иметь простудных заболеваний. Нужна вот из помещения выбежал, и в помещение потом прибеги. Потому что ты потеешь во время бега. Встретил какого-то знакомого, а тому ля-ля-ля-ля, он в шубе, а ты в легком спортивном костюме. Простыл, и все. Для зимних пробегов, вот мы говорим большое спасибо директору школы «Авиатор» Славе Косову, который нам разрешает по воскресеньям переодеваться в зале борьбы на стадионе в парке Крисоветов. Но со Славой Косовым мы соседи, живем под дом в подъезде. Поэтому нам легче договориться. И у нас просто другой базы нет. Нет. У вас вот есть все-таки небольшая проблема в плане разрешения спортсменов переодеться. Вот в воскресенье был пробег, опять мы пришли в чужое помещение, нам там разрешили нам там раздеться. Мы пробежали свои километры и прибежали к них, переоделись и тут же там исчезли. Сказали спасибо. Все понятно. Вот поэтому мы говорим большое спасибо Славе Косову. Важный момент, мне интересно было общественное мнение, особенно мнение ваших, так скажем, сверстников, людей вашего почтенного возраста, как они относятся к вашим занятиям, увлечениям, потому что некоторые из них не так активно проводят свою жизнь, как вы, в тренировках, в тренировочных. Вот у меня режим, я еще не кроме бега, я еще и спортивной ходьбой занимаюсь. Так. Поэтому если я вот бегу 22 километра сегодня, то на другой день я обязательно в парке заминку делаю спортивной ходьбой. Вот я, например, вчера бегал, у нас пробег был, а сегодня я 8 километров прошагал спортивной ходьбой. Валентин, еще я хотела сказать, кроме того, что мы пенсионеры, мы не работаем, нам нужно общаться. Самое главное еще общение, то, что ты уходишь из дома, и ты видишь вот этих людей, которых с тобой занимаются, и ты уже чувствуешь, что ты единомышленники, друзья, и ты уже чувствуешь член общества. Ну, это здорово. Многие пенсионеры, кто на пенсию выходит, умирают раньше времени только из-за того, что они сами не знают, куда приложить силы. Нехватка движения? Да. Себя. Вот я хожу, бегаю по соцгорде в парке.
встречаю своих однокашников. Я 45 лет проработал на заводе имени Горбунова. Я их встречаю, я бегу. Они меня встречают, удивляются, смотрят, говорят, ты еще бегаешь, а мы чуть ходим. Валентин, я еще хотела сказать, еще хотела добавить, кроме бега, у нас есть еще бассейн, а зимой обязательно будут лыжи. То есть бегом все не ограничивается, да, в моторе нет, есть нет. Начинается лыжи, зима, значит бег у нас немножко отходит в сторону, потому что на первое место приходят лыжи. Обязательно. Ну, кроме того, я еще поющий. Вот в этом году исполнилось 65 лет, как я впервые вышел на сцену. Это было в 49-м году, мне было 8 лет. Я учился в первом классе, я хорошо читал стихи. Валентин. И это, кроме того, это просто не знаю, никогда приложить силы. А я поющий, я 15 лет еще пел в хоре дворца имени Ленина. И наш хор был победителем неоднократно республиканского соревнования хоров. Как раз хотела вот момент упомянуть. Вы говорили, что ваши сверстники еле ходят, а вы продолжаете наматывать по 4000 километров за целый год. Значит, нет нужды в большом количестве лекарств, да, в вашем возрасте? Достаточно просто бегать, и этого будет достаточно. То есть... Вот сейчас вот зимний период, приближается грипп. Так. Всех пугает туда-сюда. Когда мне говорят, ой, заболеешь гриппом, я говорю, грипп – это не наша болезнь. Я грипп такой болезни не знаю. Валентин Дмитриевич. Вот у меня вся семья, дети, внуки мои переболеют, а я нет. Давайте, да, Нина Николаевна хотела вставить свое я слово. Я хотела вставить свое слово, то, что я все-таки в таком возрасте, у меня есть давление. Давление поднимается. Когда поднимается давление, я должна выйти на улицу. Я пробегаю свою тренировку, свою пробежку, и у меня давление... То есть вы, получается, вам не нужны лекарства, чтобы понизить давление, вы достаточно выбежите. Вместо лекарства мне нужно бежать. А как врачи к этому относятся? Врачи? А мы к врачам не ходим. А вы не знакомы со своим терапевтом, я думаю, да? И участок свой не знаете. Мы к врачам ходим только тогда, когда нам нужна справка на соревнования, на чемпионат. Мы ходим в физкультурный диспансер, проходим там раз в году полностью проходим обследование. И ходим туда только, чтобы взять справку для участия в соревнованиях и справку, чтобы посещать бассейн. Однажды я сам в своей поликлинике хотел взять справку, они мне справку не дали. Ты говоришь, у нас давно уже не было. Ты что, живой? Живой. Прекрасно. Но я бы хотел, чтобы мы сейчас подвели небольшие итоги нашего с вами разговора, нашей беседы. Небольшие ваши коротенькие советы вашим сверстникам и людям, которые хотели бы заняться бегом, но не знают, с чего начать. Именно в Казани. Обязательно двигаться. Пусть не бегать, но двигаться, ходить обязательно. Сейчас, движение. Сейчас очень много, сейчас в парке, вот в Урицкого мы ходим, в лес бегаем через парк Урицкого. Очень много народу ходит с палками. Там придешь, там и ходят с палками. Ну, хотя бы начать с этого. Выйти в парк, взять палочки, идти с ними. Даже не бегать, а просто идти. И еще идти. Начинающим вот такой совет. Когда бегать начинают, то чтобы сразу не рвались. А обязательно сначала ходили, идут, бегут. Постепенность. Идут, важна бегут. Постепенность. Обязательно постепенность. Потому что по статистике, вот когда началось увеличение этого бега, то 40% тех, которые начинали бегать, бросили бегать из-за того, что у них начали болеть ноги. Итак, Нина Николаевна, Валентин Дмитриевич. Мы стараемся, что все будет у нас хорошо, и мы обойдемся без травм. Мы вам исключительно желаем здоровья, вам желаем спортивных достижений. И я надеюсь, что мы с вами в скором времени еще раз встретимся, и вы расскажете о новых ваших победах. На этом большое вам спасибо за чудесную беседу. Попрощаемся с нашими зрителями и предлагаем нашим зрителям не бежать от себя. А мы вас приглашаем на очередной пробег. Который будет 28 декабря. 28 декабря, пожалуйста, в парк. Ждем всех казанцев. Крылья Советов при Рубине. Дорогие зрители, предлагаем вам не бежать от себя, не бежать от своих проблем, а бежать вслед за своим здоровьем. Это был актуальный разговор в студии Тимур Рага. Всем всего доброго.